tos uždangos. Įmėti, Gospodė, blizkai. Ir turėti tą artimą. Apšėnį su tavoju. Bendravimą su tavimi. Чтобы ты мог говорить с нами в этот час. Kad šią valandą tu galėtumėj su mumis kalbėti. Говори к нашим сердцам. Kalbėk į mūsų širdis. Говори к духу нашему. Kalbėk mūsų dvasiai. Через действие твоего святого слова. Per savo šventąjį žodį. Мы нуждаемся, чтобы ты приготовил, Господь, сердца наши. Ir mums reikalinga, Viešpatie, kad tu paruoštumėj mūsų širdis. Мы были как сосуды. Kad mes būtume kaip indai. Способные вмещать твое слово. Tavo žodį talpinantis. Соверши твою работу. Atlik savo į darbą. В этот час. Šią valandą. Среди твоего народа. Savo tautoje. Твоих служителей. Tavo tarnautojuose. Собранных во имя твое. Tavo vardu. Мы все это просим. Viso to mes prašome. Во имя Господа нашего. Jėzaus Kristaus vardu. Иисуса Христа. Mes prašome. Аминь. Amen. Можем присаживаться, братья и сестры. Irmãos, nós agora vamos falar um pouco a respeito dos dons
находится перед вами. Братья и сестры, мы сейчас поговорим немножко о духовных дарах. И мы откроем наши Библии на первом послании апостола Павла к Коринфянам. Стихи, глава 12, стихи с 1 по 3. Двенадцатая глава, с 1 по 3 стихи. Давайте мы прочтем текст Писания. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Очень хорошо. Господь научает нас многому относительно духовных даров. Первое, духовные дары должны присутствовать или быть в жизни церкви. Поэтому и апостол Павел пишет, чтобы они, коринфяне, не были в неведении о духовных дарах. Не только церковь должна знать о духовных дарах, но также должна практиковать или применять духовные дары. Потому что духовные дары являются результатом действия Святого Духа в жизни церкви. И если существует действие Святого Духа в жизни церкви, должны быть духовные дары. И текст, который мы начали читать, этот текст, который мы прочитали, он подтверждает существование даров в жизни церкви. И таким образом, церковь провозглашает, что Иисус является Господом Церкви. Если Дух Святой открывается в жизни церкви посредством духовных даров, эта церковь говорит всему миру, что Иисус является ее Господом. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Мы как бы научаемся некоторым понятиям библейским относительно духовных даров и их практики. Первое, как бы принцип. Духовный дар или духовные дары не являются собственностью, личной собственностью члена церкви, отдельного члена. Духовные дары, они принадлежат телу. А слово «тело» значит «церковь». Если Бог использует в духовном даре члена церкви, этот дар, полученный одним членом, он дополняется в церкви, в теле. Я, как член тела, я только часть тела. Но когда я соединен со всем остальным или полностью со всем телом,
теперь я могу как бы осуществлять действие как бы как часть тела. И это был пример, который пастор привел в предыдущем занятии. Человек имел духовный дар или имел проявление духовного дара и взял и передал это проявление духовного дара другому человеку. Он имел сон, и сон показывал проблему, которая у него есть, его личное беспокойство о своей жизни, потому что он хотел, чтобы в него влюбилась и за него вышла замуж самая красивая девушка из церкви. И это принесло, создало проблему. Потому что он думал, что это проявление дар, это его, ему принадлежит. Но этот дар нужно было принести в тело, для того, чтобы испытать, проверить, истолковать. И с мудростью понять, что Бог говорит, если это от Него. Другой важный момент, что все проявления Духа Святого посредством духовных даров нуждаются в том, чтобы как бы, ну, как сказать, проходить через или быть испытаны двумя дарами, о которых Павел говорит. Один из них – это развлечение духов, а другой – это слово мудрости. Вы знаете, что Павел описывает 9 даров, которые относятся к 9 действиям Святого Духа. Двое из них – это те, которые я назвал сейчас. Развлечение духов и слово мудрости. И в завершении этой темы мы коснемся в деталях то, что имеет отношение к этим двум дарам. И еще что-то, чему-то мы научились от Господа относительно духовных даров. Что духовные дары, они предназначены для пользы церкви. В 7 стихе этой 12 главы Павел говорит об этом. Но каждому дается проявление Духа на пользу. То, что полезно, то, что по-украински корисно для церкви, это то, что принесет как бы что-то, как бы вклад сделает в церковь. Мы сейчас находимся на 1 слайде. Можно вернуться? Окей. Okay. Еще интересный момент относительно духовных даров, чему мы научились от Господа. 9 даров Духа Святого, которые Павел цитирует в 1 послании к Коринфянам, они существуют или проявляются в церкви. Понимаем, что я, как пастор, с членами церкви, членами тела, я не могу сказать, что я имею все 9 даров. Но с членами, которые являются частью тела, я могу сказать, что в теле существуют все дары. В том числе Павел некоторые дары цитирует в множественном числе. Например, дар исцелений, дар чудотворений. Почему он использует множественное число? Чтобы показать, что эти дары существуют в церкви
как бы посредством действия множественных форм или многих форм Духа Святого. Но сейчас я хочу задать один вопрос. Можно следующий слайд? Духовные дары, они превыше всего для того, чтобы продемонстрировать господство, верховенство Господа среди Его или над Его Церковью. А глава 14, стих 1, он использует выражение «достигайте любви». Духовные дары помогают церкви достигать как бы того, кто является любовью. И эта любовь здесь, это та любовь, которую Иисус дал нам, как Его подтверждение. Духовные дары – это для того, чтобы мы могли идти по пути. А духовные дары – для того, чтобы церковь могла достигать то, что определил Дух Святой. И чтобы церковь повторяла то, что Дух Святой говорит. Чтобы церковь была под управлением Духа Святого. И это проявляется в церкви, в которой Иисус является Господом. Он тот, который открывает Слово. Он тот, который открывает, как проводить богослужение. А если, припустим, есть действие исцеления в моей церкви, это потому, что Господь Иисус совершил исцеление в церкви. Поэтому сказано, достигайте любви. И духовные дары поэтому... Они показывают, что если Господь не открывается в жизни церкви, нет способа тогда сказать, что Иисус является Господом такой церкви. Церковь, которая же использует духовные дары. Люди, которые входят как бы в такую церковь, они выйдут оттуда говоря, истина с нами Бог. Истина Бог здесь. Теперь наш следующий слайд. Посмотрите, братья, что духовные дары, они в церкви. Это проявление любви Господа к церкви. Наш опыт, наше переживание Евангельской Церкви Мараната в Бразилии относительно духовных даров, это как бы опыт с большим беспокойством, большим переживанием относительно духовных даров внутри Церкви. Потому что мы имеем богослужение каждый день недели. Это 365 богослужений в год. Почти 6 тысяч церквей, которые ежедневно собираются на богослужение. И все дни на всех служениях есть духовные дары. Поэтому количество духовных даров, которые приходят в наши руки каждый день, это количество или число, которое невозможно сосчитать. И это наше большое беспокойство из-за этого. Изобилие или множество даров среди нас
как бы дало нам удивительные переживания с Господом относительно даров. Когда мы собираемся для того, чтобы рассматривать административные вопросы церкви, наше первое беспокойство в том, чтобы молиться Господу и просить Господа, чтобы Господь открыл, открывал относительно административных даже вопросов. Вот, например, здесь пастор Эдилсон и я, мы являемся частью совета, административного совета церкви, и мы приносим вопросы, которые имеют отношение к этим почти 6000 церквей. И никогда не было недостатка в духовных дарах на этих собраниях. Иногда вопрос будет материальный, вопрос административного характера. Припустим, там вопрос приобретения какой-то собственности. Но наше первое беспокойство – это слышать голос Господен. Что Бог открывает по этому вопросу? Поэтому посмотрите, братья, поэтому духовные дары среди нас, среди церкви, это проявление постоянной любви Иисуса Господа к нам. Потому что иногда наше самое лучшее намерение в совершении работы Божьей оно может приносить какие-то понимания, даже какие-то отличия, какое-то разномыслие. Но после того, когда Господь покажет что-то через духовные дары, мы понимаем, что для нас большое избавление от Господа. Иногда, как уже было сказано на предыдущем занятии, некоторые люди не обеспокоены о использовании духовных даров. Особенно относительно вопроса манипуляции посредством духовных даров. И это проблема, которая была для нас актуальной в начале. Мы могли видеть, как кто-то среди церкви поднимается и передает такого духовного дара, который, такого манипуляционного плана. Брат говорит, Господь открывает здесь, что время пастора в этой церкви окончилось. И это проблема, с которой мы встречались в начале. Человек, он обижен на пастора, у него есть обида на пастора, и он не хочет, человек не хочет, чтобы пастор был дальше пастором церкви. Поэтому пришлось искать Господа, чтобы найти решение для такого плана, вопроса. И тогда Господь научал нас управлению духовными дарами в церкви. И брат, который передал духовный дар, он уже пастор отчет требует. Ты, пастор, когда уже сматываешь отсюда? А пастор говорит, брат, подожди немножко, мы помолимся Господу. И брат говорит, пастор, Дух Святой опечален тобою. И пастор думал, что же сказать такому человеку? Ты знаешь, говорит, кто печален, это не Дух Святой, а твой Дух печален об этом.
Это были ситуации, в которых мы научались, как справляться с этими проблемами. Потому что власть и управление, как бы такого рода вопросами в церкви, Господь для этого поднимает пастора на пасторство в церкви. И он доверяет, он вручает ему эту власть. И он передает церкви то, что исходит, приходит от Духа Святого. Поэтому поистине, как бы дары научают церковь. Как бы мы научились, что духовные дары, они как бы не для того, чтобы придать важность, придать ценность какому-то человеку, сделать его важным. Но дары – это проявление любви Иисуса к церкви. Один вопрос, можно следующий слайд? Что такое духовный дар? Духовный дар мы можем дать определение это как видимое действие, как бы, которое невидимый Бог совершил. Сейчас лучше объясню. Кто-то просит, чтобы за него была совершена молитва. У меня есть вот такая-то особенная проблема. Хочу, чтобы за меня помолились. Молимся, молимся, совершается молитва. Когда молитва закончилась, молитва закончилась во имя Иисуса. А те, кто молились, они как бы заметили, Бог совершил знамение. Мы верим, что Господь как бы через молитву, которая была совершена, дает ответ. Но вопрос, а что Бог сделал, что Бог совершил? Мы можем знать, что Бог совершил только если Господь покажет. И приходят духовные дары. Брат говорит, во время молитвы я имел видение. Видение – это проявление дара Духа Святого, который Павел цитирует в 1 Коринфянам 12 главе. Он называет это слово знание. Знание или познание, которое приходит от Бога. Бог открывает, Бог дает познание, знание. И в этом видении брат делится видением во время молитвы. Я видел, как ангел вошел в дом брата, который просил молитвы. И молитва была о проблеме, которая имеет место в доме. И ангел пришел туда и разбил, разрубил, разорвал цепь. Что произошло в том видении? Это видение показывает как бы невидимое действие Бога, которое никто не знал об этом действии, но посредством духовного дара Дух Святой дал знание, дал понимание того, то, что было совершено со стороны Бога в ответ на эту молитву. Дар сделал видимым действие Бога. Вот из-за этого духовные дары так важны в жизни церкви. Вы молитесь за какую-то определенную нужду или вопрос. И всегда будет вопрос, что Господь показывает относительно моей молитвы. И для этого необходимы духовные дары.
есть важный аспект в вопросе духовных даров. А характер даров – это характер пророческий. Что мы хотим этим сказать? Мы говорим о том, что духовный дар всегда имеет как бы цель принести духовное назидание брату или сестре, слуге. Он может иметь отношение к как бы нужде какой-то материальной или семейной. Но цель Духа Святого есть всегда духовное назидание его слуги. Поэтому некоторые результаты духовных даров... Следующий слайд. Результаты духовных даров. Можно вернуться, четвертый. Эдификация. Освобождение. Когда происходит освобождение? Когда Господь показал, что цепь была разбита, разрушена. Это действие как бы показало благословение, которое... Это имело цель показать то, что Господь совершил для той семьи. Это действие освобождения как бы показывает назидание духовное, и из-за этого это освобождение имеет пророческий характер. Я вспоминаю одно свидетельство одного пастора, который молился за одну сестру, у которой была головная боль. Он молился с группой людей за сестру, у которой болела голова, и Господь показал видение. И на визу Он мострава, что она была с пес дела эмбарасадой в ума корренте. Жуда. И в видении Господь показал, что ее ноги были опутаны цепью. И в этом видении, которое Господь показал, что Господь желает дать ей благословение и исцеление ее головы, что Он дал ей благословение, избавление от боли головы. Но в то же самое время Бог показал что-то другое еще, что у нее есть трудности в ее хождении. И когда пастор сказал ей: «Сестра, Господь показал, что Он дал благословение, исцелил головную боль. Но Господь показывает, что в твоем духовном хождении есть проблема. Он понял, что есть проблема из-за этой цепи, которой были опутаны ноги». И сестра говорит: «Пастор, это от Господа. Потому что я вышла из дому для того, чтобы идти в церковь. И я встретила непонимание со стороны моей семьи. Я поссорилась, поругалась с членами моей семьи. И я как бы почувствовала, поняла, что для моей духовной жизни, хождения, это было нехорошо, то, что я делаю. И была совершена еще одна молитва за нее, чтобы Бог дал ей благословение в ее духовной жизни. Это избавление было для этого, для назидания духовного. Когда Господь показывает духовный дар в жизни церкви, Господь посредством этого хочет приготовить церковь
всегда для того, что есть вечное. Для того, чтобы поднять верующих в вечность. Нет у Бога цели совершить, например, исцеление от болезни только для, как бы, целей человека на этой земле или жизни на этой земле. Например, у человека проблема с желудком. Он как бы пошел в церковь и попросил, чтобы за него в церкви помолились, потому что он нуждается в исцелении. И Бог по его милости исцелил желудок человека. И он из-за исцеления радостный. И он начал говорить своим друзьям: Бог исцелил мой желудок. Теперь я могу больше пива попивать. Цель Духа Святого не в этом. Когда Бог действует для того, чтобы привести человека в вечность. Братья и сестры, мы понимаем в том числе, пример, свидетельство, которое я рассказываю сейчас. У моей игрежи. Я был ответственен за одну церковь. И эта церковь находилась за 300 километров от места моего проживания. И я по выходным ездил туда для того, чтобы заботиться о той церкви. На выходных я там. Меня там не было. Те выходные, когда я туда не поехал, спасибо. На собрание пришла женщина, которая от рождения была слепой. И Бог совершил знамение чудотворения. Даже до того момента, что Бог обеспечил так, чтобы пастора там не было, чтобы совершить исцеление. И что произошло? Церковь получила огромное духовное назидание. Потому что тот часть города, в которой жила та женщина, мы молились о том районе, чтобы в том районе открыть новую церковь. И 30 дней до этого случая, до происшествия этого, Господь уже дал откровение, что придет на собрание слепая женщина, которую Господь исцелит. Но все подумали, что это имеет отношение, как бы, духовный смысл. Но в тот день, как бы, по-настоящему пришла слепая женщина, диаконы за нее молились, и Бог совершил знамение. Но целью этого чуда, которое Господь совершил, через это знамение, которое Бог дал, много людей с того другого района, другой части города, обратились к Господу. И мы смогли открыть новую церковь там. Там, где церкви еще не было. Через 90 дней, через 90 дней уже 45 людей покаялось. Я помню, через 6 месяцев спустя, нам пришлось уже покупать, как бы, вот, собственность какую-то, помещение, потому что в церкви уже было 150 человек. Итак, целью этого исцеления было назидание духовное. Вплоть до того, что эта женщина не осталась в церкви.
она ушла как бы в другом направлении своей жизни. Но церковь была назидаема. Теперь хочу сделать одно наблюдение с вами, братья и сестры. В завершении. Относительно управления духовными дарами в церкви. Очень необходимо, мы научились, что очень необходимо управление дарами в церкви. Необходимо присутствие этих двух даров, о которых Павел говорит. Различение духов и слово мудрости. Любое проявление Святого Духа в церкви посредством духовных даров мы научились от Господа. Оно как бы нуждается в действии, в проверке этими двумя дарами. Давайте сейчас как бы создадим, предположим. Кто-то в церкви имел проявление Духа Святого, предположим. Брат говорит, во время молитвы я видел видение. Как бы проявление слова знания. И первый дар, которому подчиняется это проявление, это дар развлечения духов. Как бы где или в ком дар развлечения духов? Дар развлечения духов, в чем он заключается? Он покажет, было ли это проявление Духа Святого, было ли это от Господа или нет. Поэтому и название «развлечение духов». Если это исходит от Духа Божьего, или, может быть, исходит от Духа человека, или, может быть, возможно, от Духа злого. И в Слове Господнем мы имеем пример этого. Библия научает, что есть Святой Дух Божий, существует Дух человека, и мы не будем сейчас спорить о разнице между душой и духом, но есть еще третий дух, злой дух. И мы имеем примеры в Библии. В 16 главе Матфея, с 16 стиха и ниже, Господь Иисус собран вместе с учениками, и Он ученикам задает вопрос относительно того, что думают о Нем люди. И они Иисусу как бы сообщают информацию. А после этого Иисус им задает вопрос. Что вы думаете обо мне? Кто я? И Библия говорит, что Петр поднялся и говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь Иисус, когда Он это услышал, Он определил, что это выражение Петра как, определил это как откровение. Иисус говорит, не плоть и кровь открыли тебе это. Иисус различил, откуда пришло это откровение. Это откровение было от моего Отца на небесах.
И это было проявление на том собрании там. Это было как бы совершено Духом Святым Божьим. Но чуть спустя, после стиха 22, Библия, что Павел снова открыл рот, чтобы еще что-то сказать. И то, что он сказал Иисусу, это было следующее. Иисус, не иди на крест. А Иисус теперь дал развлечение другими словами. Что это второе слово Петра, оно исходило от духа злого, духа зла. Это ясно видно в выражении, которое Иисус сказал там. Иисус говорит Петру, отойди от меня, сатана. Это не значит, что Иисус хочет обидеть Петра, потому что Иисус любил Петра. Но это выражение там, развлечение духов, показало, что оно исходило от духа злого. Поэтому это является фундаментальным в существовании духовных даров. Относительно духовных даров, кроме духовных даров, предположим, которые от Духа Святого, мы должны знать, что сейчас необходимо. Что эти духовные дары обозначают? И вот теперь нужен дар слова мудрости. Дар слова мудрости, он проявляется, чтобы разместить в надлежащие места, поставить все по местам, то, что исходит от Господа. Чтобы понять, что Господь показывает через этот дар. Я расскажу одно свидетельство. Было собрание, и это было подготовительное собрание перед богослужением. Мы в Бразилии всегда так делаем. Перед началом каждого богослужения, за полчаса мы собираемся с группой зрелых людей, чтобы искать руководство от Господа относительно богослужения, которое предстоит совершать. Чтобы все на богослужении как бы было открыто Духом Святым. На одном из этих собраний один человек из группы имел проявление, духовное проявление. Это было видение. И прежде чем как бы принести видение, мы искали направление от Господа, чтобы понимать, это духовный дар, он исходит от Духа Святого или нет. Когда Господь показал, что это проявление, оно исходит от Духа Святого, тогда дар был рассказан сестрой. Сестра, теперь можешь рассказать видение. И она рассказала видение. Она имела такое очень странное видение. Вот я видела, что сегодня на богослужение зашла женщина. И в видении я видел, что на спине этой женщины лежал крест. Она тащила на спине крест. И этот крест был очень тяжелый.
И она не могла выдерживать веса этого креста. И этот крест был разломан. И вот это было видение. И теперь мы обеспокоены. Мы знаем, что видение подтверждено, что оно от Духа Святого. А теперь нужно знать, что Господь показывает через это видение. И вот здесь приходит слово «знание». Это другой духовный дар. Господь показал через слово «знание», слово «мудрости», слово «мудрости», что придет женщина, религия которой является тяжестью для нее. И она уже не может выдерживать тяжести своей религии. И что ее намерение как бы оставить, уйти из ее религии. Когда собрание закончилось, и церкви было передано, то, что Господь показал, видения и образы, которые были показаны, не передавались, не объявлялись в церкви. Потому что если пастор скажет, сюда пришла женщина с крестом на плечах, все начнут оглядываться, а где эта женщина с крестом? Даже, может быть, кто-то будет смотреть там на, как бы на шею, на крестик искать у кого. Но из-за действия слова мудрости эта женщина, она идентифицировала себя. Она пришла на богослужение первый раз в жизни. И она рассказала позже. Я по-настоящему имею проблему веры, потому что я была частью определенной религии, определенного течения. И эта религия, как бы, она не разрешила некоторые сомнения относительно веры. И я уже больше не могу находиться в этой религии. И мы сказали, Иисус является твоим выбором. Братья, что фундаментально, это существование этих двух даров. Потому что через действие слова мудрости и развлечения духов мы проходим до сих пор, имеем совершенное управление духовными дарами. В случае слова мудрости, слово мудрости проявилось в том, чтобы дать истолкование видению. То есть то, что Дух Святой хотел показать через образы. Вчера мы имели, свидетельствовали переживания на собрании пасторов. Мы молились за разных пасторов. Господь показывал разные духовные дары. И образы, которые Бог использовал, это библейские образы. Это символы и прообразы библейские. Потому что служение Ветхого Завета, оно совершалось через такие видимые вещи, видимые объекты. Но эти, как бы, видимые вещи, они служили прообразом новозаветнего. Аминь, братья. Слава Богу. И в завершение пастор Рикардо поделится свидетельством. Мир Божий всем. Пастор Джилсон, он поделился
переживанием, опытом. Do dom espiritual que vai pelos caminhos certos. От духовных даров, которые как бы идут правильным путем, правильным образом. Eu vou contar uma experiência aqui. Я хочу рассказать здесь свидетельство testemunho о переживании. De um dom que não foi pelo caminho certo, que é o corpo para ser discernido. О одном даре, который неправильным путем пошел, не через тело, не через церковь. В одной из наших церквей одна женщина забеременела. Другая женщина в церкви, близкая подруга той сестры, которая была беременна, ей приснился сон. И сон был следующий. Что сестра, которая забеременела, она имела дитя, родился у нее ребенок, и это был мальчик, и во сне она видела, что этого мальчика назвали Самуил. Сон está ligado ao dom, ciência está ligado ao Сон – это проявление дара слова знания. Ao invés daquela irmã que teve o sonho, encaminhar o sonho para ser discernido pelo corpo, и вместо того, чтобы передать этот сон в тело, чтобы он был проверен от Духа ли Святого он, ela passou direto para a melhor amiga. Она его прямо лично передала своей лучшей подруге. Olha, eu tive sonho com você. О, я о тебе видела сон. A sua criança vai ser homem e vai se chamar Samuel. Ты родишь ребенка, это будет мальчик, и имя ему будет Самуил. A irmã estava grávida, então começou a comprar as roupas da criança. И женщина, которая была беременна, она начала покупать одежду для малыша, который родится. Para menino. И покупала одежду мальчишечью. No Brasil, geralmente, usa-se roupa azul para menino, в Бразилии обычно покупают синего или голубого цвета одежду для мальчика, розового цвета одежду для девочки. Então, comprou as roupas todas azuis. Все купила синего цвета. Era o Samuel que ia chegar. А Самуил же родится. Chegou o tempo da irmã. Пришло время сестре родить. Nasceu a criança. Родился ребенок. В то время, в том городе не было УЗИ для определения пола ребенка. Ребенок родился, мама говорит, я хочу увидеть моего Самуильчика. Врач говорит, нет, это не Самуил, прекрасная девочка. Все, создалась реальная проблема для церкви. И в то время уже пастора нашли, чтобы пастор уже решал проблему. До этого пастор ничего не знает. Не в курсах, только две подруги посоветовались и решили. И, конечно же, та лучшая подруга всей церкви всем рассказала, что она родит Самуила. Прошло время. И муж этой сестры, который, как бы мама которого должна родить была Самуила, в то время он не был верующим, он Господу не служил. И что произошло? Муж этой сестры обратился к Господу, покаялся. Прошло еще больше времени. В один день Господь поднял, поставил его на пасторство, на служение пастора в церкви. И на ординации, когда пасторы были
И во время рукоположения, когда пасторы молились с возложением рук о его служении, Господь решил, разрешил эту проблему. Господь сказал ему: «Мой слуга, то дитя, которое я показал, что оно родится, это твоя жизнь, которую я спас. Ты родился заново, это было новое рождение. И имя Самуил – это помазание, которое я даю тебе для служения слова сегодня. Потому что Самуил – это тот, который слышит голос Господень, слышащий Господа. Проблема разрешена. И церковь поняла, что духовный дар, он должен приходить к пастору, к служителю, приходить к телу, в церковь передаваться, чтобы пастор с мудростью мог испытывать, проверять. И церковь, она как бы стала более зрелой в этом вопросе. Аминь. Хорошо, друзья. Вы что-то получаете? Ar mes ką nors gauname? Кто получает? Kas gauna? Если не все, то большинство. Слава Jeigu Богу. Не visi, то bent jau dauguma. Пожалуйста. И мы споем еще Ir mes sugėduosime dar. Один гимн, прославляющий Господа. Гимна, arba giesmė, kuri šlovina Перед нашим обедом. Prieš mūsų pietus. И я просто пока они берут инструменты, скажу, что обед, после того, как мы помолимся, мы пойдем на обед. Kai mes pasimelsime ir eisime pietauti. Также вот этим путем, который вы уже знаете. То pačiu keliu, ką išbandėte per pertrauką. Там вы получите свой обед. Ten jūs gausite savo pietus. И, пожалуйста, там не оставайтесь. Tik tai prašymas, выйдите на улицу. Pasiimsite savo porciją, можете в зал lauką. Прийти. Aišku, galite ateiti Только į salę. Только там не оставайтесь, потому что Tiesiog просто там мало места. Ten mažai vietos apačioje, да. Geriau išeikite. Очень хорошо на улице. Lauke irgi labai gerai. Да, в зале хорошо тоже. Salėje neblogai. Я хочу попросить прощения у пасторов, которые здесь присутствуют. Ir aš noriu paprašyti atleidimo pastorių, kurie На самом деле čia. Немало пасторов. Ir čia yra nemažai pastorių. Я думаю, что нам пастора однажды нужно просто помолиться. Ir aš manau, kad mums pastoriams kartais reikia Чтобы вот эта церковь, дом молитвы, šita bažnyčia, чтобы они наконец решили реконструировать молитвенный дом. Galiausiai nuspręstų rekonstruoti Чтобы было namus, больше гораздо места. Kad čia vietos būtų daugiau. Да, просто нету места. Tiesiog Даже vietos. Вот пообедать гостям вместе с пасторами нету места. Netgi ну, простите, пожалуйста. Попетаути карту со свечей с Так что vietos. Гости будут обедать отдельно. Todėl свечи я пятаюсь отдельно. Вместе с епископами нашими, которые su здесь. Mūsų viskupais, kurie yra čia. Пожалуйста, Римонтас свою жену не забудьте пригласить. Ir Римонтас жмона, не помешкит пятаюсь. Да, и давайте сейчас будем прославлять Господа. O mes dabar и потом я попрошу пастор Джелсон помолиться, и мы пойдем обедать. Pasimelsim, ir mes eisim valgyt. Мы слепы.
Помолимся. Наш Бог, наш Отец, мы прославляем Твое имя. Благодарны Тебе, что Господь был с нами этим утром. Твой Дух учит нас советом Господним. Прославляем Тебя за Твое Слово. Благодарны Тебе за хвалы, которые были исполнены в Твоем присутствии этим утром, за Твои благословения. За благословения, которые мы еще получим в течение сегодняшнего дня. Мы также благословляем пищу, которую будем вкушать скоро. Даруй нам всегда хлеб с неба для наших душ. Так молимся во имя Иисуса. Аминь. И, друзья, 2:15 мы встречаемся здесь. Допенкиолика мяс. Прошу, Ангет. По 2:15 нас сусиренкам вел салей. Петус. Сканаус.